Вверх. Да. Убежал козленок, черненький. Как? Пыс-пыс? Вот мы добрались до Великой горы народа сей. Я просто хотела погладить кошек. И все время забыл, как спит, это же такое. Красота. Ну тут погорели леса, тоже в каком-то 2010 году. И вот осталось только вот такие вот камни еще есть. И горные реки тут проходят в зимнее время. Ну вообще очень красиво, ветерок дует, море видно. Родос, ура!